Ты! Да, именно ты! Тебе нужен крутой опупенный нож M9 Bayonet. Так вот, чтобы его получить, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, написать хороший комментарий плюс свой ВК или ID в игре. И самое главное, ребята, надо подписаться на канал спонсора. Это канал The Philips, парень очень старается. Он снимает видео по игрушке Stand of 2, а также Brawl Stars. Так что прямо сейчас подпишись на его канал, потому что итоги розыгрыша этого ножа будут ровно через неделю на его канале. Ссылочка есть в описании. Ребят, давайте быстрее подписывайтесь на его канал и обратно возвращайтесь смотреть мое видео дальше. Потому что если ты посмотришь мое видео не до конца, то бесплатного ножа ты не получишь. Смотри до конца и без перемоток. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, как обычно, у нас будут крафты! Крафты! Так что, ребята, ставьте лайки, потому что если мы наберем 5к лайков, то у нас будет продолжение. Ну что же, погнали! Ля-ля-ля-ля-ля-ля, и мне выпадает, как вы думаете, что? Хэштег годнота в комментарии, как обычно, чтобы мне везло на протяжении всего видео. И мне выпадает... Мне выпадает М16 фасет. А ну-ка, а ну-ка! А вот это уже интересненько. Ну а дальше мы уже будем крафтить кое-что посолидней. АКР-12 механик. Крафтинг, крафтим. Потому что, знаете, ну как-то, ну, не солидно, да, крафтить этот ширпотреб, это всякие дробовики там, да? А вот это уже более-менее. Кстати, да, сегодня у нас будут легендарки, так что, ребята, ставьте лайки, потому что сегодня будут очень крутые легендарочки. М4 Pro. Ну что же, а мы продолжаем дальше крафтить. И теперь у нас будет опять АКР-12. Да, да, да. Крафтим, 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 крафтим. И мне выпадает момент истины, барабанная дробь, АВМ Scratch. А вот это уже неплохо. Ха, это уже довольно-таки неплохо. Сколько стоит? Найти на рынке. А, пупить, я купился. Вот это круто. Вот это реально круть. АВМ Scratch, иди сюда, иди к папке. М4 Pro Rare. Опять М4 Pro. Давайте-ка мы посмотрим, сколько же стоит данная пушка найти на рынке. Ой, так я опять окупился. Вот это да. Второй раунд подряд. Раунд. Третий раз подряд я окупаюсь. Это реально круто. Крафтим последнюю порцию синьки, и дальше будет только интересней. И мне выпадает... UMP-45 Shark? Я в шоке, я опять окупился. Вот это реально очень классно и очень круто. Ну что же, а теперь давайте будем крафтить UMP Shark. Потому что с них может выпасть AKR Sport, и это было бы очень-очень круто. Поехали. Так-так-так. И мне выпадает AKR Sport! Да! Я опять окупился, вот это круто! Обожаю крафт! Ребят, давайте активненько лайки ставим, потому что хочу уже снять продолжение. 5к лайков, все в ваших руках. Поехали дальше. И мне выпадает... Как думаете, что? Как думаете, что? Напишите в комментариях. Я думаю, АКР Спорт. Я надеюсь, АКР Спорт. Блин! Блин! М40 Wake, это что такое? Фу, блин, какаха выпала! И у нас будет наш последний крафт UMP Шарков. Ну и Диглов, и М4 Pro. Ну что же, давайте, держим кулачки. АКР Спорт. Только АКР Спорт, one love. Да чё такое, чё за говно, какой М40 Wake? Да кому оно вообще надо? Ну что же, поехали. Мне немножко не по себе, немножко страшно, но надеюсь, мне повезет. Ну что же, вы все поставили лайки, вы все написали хэштег «годнота». Я думаю, что можно, 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 можно. Поехали, 3, 2, 1, выпади, годнота! А пупить, какой красивый скин. Сколько? Сколько? Вот это да, 124 голды. Я просто, я не знаю, просто в сказке. Вот это да, я купился в два раза. Блин, я просто обожаю крафты. Как же это пупенно. 124 голды. Рот мне в ноги. Вот это да. Офигеть. Офигеть. Ха-ха. Обожаю крафты. Обожаю. Просто обожаю.
Но что же, и прямо в эту секунду мы уже будем крафтить легендарки. Держите за меня кулачки. Надеюсь, вы все поставили хорошие там лайки, подписочки, комментарии, ну все как обычно. Раз, два, три, Кента ПК, на крафт нажми. Очень хочу АКР Хантер. Прям мечтаю. Пожалуйста, АКР Хантер, иди ко мне, иди ко мне. АКР Хантер, АКР Хантер, АКР Хантер! Блин. Эх, а я был так близко. Эх, увы и ах. Надеюсь, вам понравилось мое видео. В целом, на этом все. Пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. С вами был я, Кента ПК. Всем удачи и всем пока.